Новоселье, о котором можно только мечтать. В новостройку на Менделеево перебрались 5 семей. Это жители 3 аварийных домов. Свои квартиры они ждали не один год, ютились во временном жилье. И вот теперь можно заезжать в новые. Качество квартир мэр Владимир Шарыпов проверил лично. В бюджете города в 2018 на переселение предусмотрено порядка 60 миллионов рублей. На тех, кто так долго ждал крыши над головой, решили не экономить. Конечно, дороже, но все равно такое решение мы принимаем, потому что хочется людей порадовать. Понятно, что можно покупать на вторичке, можно там купить в той же какой-нибудь хрущевке квартиру, но мы так не делаем. Почему? Потому что, во-первых, сейчас в новостройках не так дорого. Застройщики между собой устраивают торги на аукционах по предложению, поэтому я считаю, что цена приемлемая. Обрушение несущей стены в доме, где жила Людмила Цветкова, произошло в 2014 году. Жили с сыном до настоящего времени в общежитии. Новые двушки не могут нарадоваться. Площадь даже чуть больше, чем в старой квартире. Было 52 квадрата, теперь 58. Квартира новая. В общем, нас она устраивает. Условия хорошие, говорю. Район тоже хороший. Квартиры получают те, чье жилье находится в муниципальной собственности. С собственниками рассчитываются в денежной форме. В этом году новоселье уже справили 42 человека. Еще 23 улучшат жилищные условия до конца года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.